Стратегия до 100 эфиров за 8 недель. Способ заработать 100 эфиров за 8 недель намного проще, чем вы думаете. Советую слушать внимательно. Достаточно, чтобы вы и каждый участник, которого вы регистрируете, заполнял свою первую линию за неделю. А это всего 3 человека по 5 сотых эфира. Это очень просто. Некоторые ребята в моей команде делают это в первый день. Без шуток, если вы не смогли зарегистрировать 3 человека за неделю, давайте будем честными, вы и не пробовали. Важное уточнение. Эти 3 новичка регистрируются с условием идти по той же стратегии. 3 регистрации за неделю и также прийти к цели 100 эфиров за 8 недель. А теперь давайте пробежимся по цифрам. Словам можно не верить, но цифрам не верить не получится. Разберем ситуацию. Вы на нулевом уровне, то есть еще даже не зарегистрированы. Вы регистрируетесь, потратив всего 5 сотых эфира. Далее, решив идти по данной стратегии, у вас есть неделя, чтобы зарегистрировать 3 человека. Прошла первая неделя, 3 регистрации есть. У вас на кошельке 15 сотых эфира, и вы покупаете себе второй уровень. Вот это и есть основная задача и зона ответственности каждого участника. 3 регистрации за неделю. За вторую неделю 3 ваших новичка делают такой же результат. На вашей второй линии уже 9 человек. Баланс не прибавился. За третью неделю вторая линия заполняет свою первую линию по 3 человека. И после этого покупает у вас свой второй уровень. На балансе 1,35 эфира, и вы покупаете себе третий уровень за 0,45 эфира. Четвертая неделя. Ваша третья линия заполняет свою первую. Пятая неделя. Четвертая линия заполняет свою первую. За шестую неделю третья линия покупает у вас третий уровень, заплатив вам 12,15 эфира. И вы покупаете себе четвертый уровень. Седьмая неделя не приносит результат. И последняя. Восьмая неделя. Ваша четвертая линия из 81 человека покупает у вас свой четвертый уровень и приносит вам 109,35 эфира. Вот так, двигаясь по простой системе, 3 человека за 7 дней можно прийти к 100 эфирам за 8 недель. Срок может быть и меньше, так как неделя на выполнение такого простого задания, честно говоря, много. На этом все. Все дальнейшие инструкции будут в чат-боте.